Александру Михайловичу Булдакову исполнилось 60 лет. 35 из них проработал он оператором на Нижневолжской студии кинохроники. С теплым приветствием обратились к ветерану кино заместитель председателя облсполкома Федорова, начальник городского отдела культуры Цепова, секретарь Волжского райкома партии Мулина, представители общественных организаций, товарищи по искусству, друзья. Посмотрите очередную работу Александра Михайловича. Соревнование по классической борьбе. Флаг соревнований на первенство СССР по классической борьбе поднят. В Саратов съехались сильнейшие спортсмены страны. Встреча средневесов, мастеров спорта Зенина Сталинград и Старкова Ярославль закончилась победой сталинградца. На ковре спортсмены тяжелого веса, 25 лет выступая заслуженный мастер, неоднократный чемпион Советского Союза и Европы Коткос. 740 встреч провел он, 709 из них выиграл. В схватке со Шмаковым высокое мастерство показал Залуцкий. Ему и присвоено звание чемпиона. Золотые медали чемпионов завоевали также в легчайшем весе Караваев, в легком Коршунов и в среднем весе Чучалов.